Рассмотрение дела по строительству полигона в Осинцах состоится 24 июля. Об этом стало известно сегодня во время предварительных слушаний в арбитражном суде Кировской области. Напомню, Кировский аэроклуб направил иск в адрес администрации Слободского района с требованием прекратить строительство мусорного полигона в деревне Осинцы и запретить его эксплуатацию. Сегодня стороны в суде обменялись документами по делу. По мнению противников полигона, он привлечет птиц, а это помешает полетам и создаст опасные условия. Птицы будут размножаться в связи с тем, что мусор туда возят и бытовой, и всякие, потому птицы везде ищут себе питание. Полигон же открытый, это не полигон, как следует считать его, это обычная свалка мусора 19 века. Почему? Почему 19-го? Потому что никаких новых технологий там не применяется. Все как раньше было, так оно и сейчас есть.